километр. И впереди уже с левой стороны, собственно, видно скопление техники. Мы проедем в ту сторону. Дорога, конечно, ужасная. И спасибо им, что они отремонтируют эту дорогу. Потому что вот мы даже не можем спокойно проехать вот этот участок. То есть никто не говорит, что то, что они начали, это плохо. То есть это хорошо, что они начали дорогу. И хотя бы вот в 2020 году, и пусть даже, блин, подстегнула их вот эта вот программа «Великое будивництво», но это же не та дорога, о которой мы говорим сегодня. То есть, вернее, она строится не по той программе, по которой мы говорим сегодня. То есть они отчитываются, что они начали «Великое будивництво» 1 марта. Но они начали это строительство еще в 2018 году. В 2019 году они его должны были закончить. Ну вот, как мы видим, вот начинаются, значит, ограничительные колпачки. Впереди стоят. Да, впереди стоит техника, собственно говоря, которая Форды, на которые грузится отсев. Вот они режут асфальт. Да, работы ведутся. Впереди как раз режут. Не видно, кто режет, потому что на машинах нет опознавательных знаков, но есть номера. Номера мы видим, и потом, собственно говоря, по этим номерам, вот АЕ-6327. Сейчас мы разъезжаемся. Вот они режут. На технике есть обозначение украинский дым. Дым БК, украинский дом. Вот, то есть техника принадлежит украинскому дому, ну, по крайней мере, ту, которую мы видим. Вот прошла здесь фреза, вырезала. Ну, участок где-то, наверное, метров 400-500, да? 6322ERAE. Машины стоят под погрузку. 6815КС. АА, да. Ну, то есть автобус, который, скорее всего, привез этих самых строительств. И АЕ-8523. Легковой автомобиль, наверное, начальника, скорее всего. Так, и вот он, этот знак, собственно говоря, вот эта тележка, на которой вел запись, вернее, впереди которой вел запись исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог. Мы сейчас выйдем отсюда, сфотографируем и снимем. Вот, то есть этот знак говорит о том, ну, вчера Цубер здесь именно начинал свое видео. Вот, и, собственно говоря, мы видим, что работы ведутся. То есть есть здесь вот отсыпка, здесь работала фреза. Ну, сейчас мы попробуем пообщаться с рабочими, узнать все-таки, кто производит работы. Ну и дальше продолжим.